have ways of blowing things up. Здорово, ребятушки! С вами Оладушки. Привет, привет! И мы выбираем, кто же тут убийца. О, давайте. Кому пальчик отрезаем? Который говорит, не я. Not me. Это вот это. Тихо, все тихо. Да как? Тихо. Кто умер? Ай! Серьезно? Слева. Слева от меня было. Киком этого чувака, за которого три голоса. Да, по-моему, вот это, ну... Нет, вот это! Я же точно слышал выстрел слева. Как они стекли? А, да, всем. Серьезно, это он. Значит, я просто что-то не слышал. 9 кредов получили, тоже неплохо. ГГ. Нормально. Ой, ё, давайте убьем этого чувака, который пишет в чате странные вещи. Который сказал... Да, это недопустимо! Недопустимо! Даже не гражданин! О, ты даже не гражданин! Не паладин! О, кот тоже шарит! Да, и понятно, что шарит, блин, чел! Это ж мем! Так, кого мы хотим убить? Давайте подумаем, все вместе! Над ГГ! Я хотел убить, чувак с шапкой хотел меня убить! С какой шапкой? Покажи, какая шапка хотела тебя убить! Его уже нету! Блин, ладно. Так, я думаю, кто мне больше всего не нравится. Бум! Кто же мне больше всего не нравится? Так, кто там пишет уву? Я так понял, мне пора скин менять, да? Спасибо. Это был не я. Да так, важно. Ты думаешь, что это проблема не понятна, да? Я только что выстрелил, Слак, и я убил соседа своего. Прекрасно. Это была моя цель. Это был мой фраг, у меня чуваки фраг забрали. Хотел убить динозавра и... Да, вот это вот... Карма. Просто карма. Поэтому я не стреляю в открытую. Ты меня хотел убить? Ты чё? Ты на кого нацелился? Я так и подумал, что дважды в одно место не выстрелил. Ах ты на кого целился? Ах ты предатель. Врагатого чувака в красном. Ты умеем? Да. Но почему твой прицел был точно на мне? Ай. Ладно, прости, но твой прицел был на мне, это не круто. Погодите, с нами Першин. Ты на кого пушку чувак, поставил? Серьезно? Да, привет-привет. Вау. Днем императора. Конечно же. Где он? В чате, по крайней мере, я его вижу. Сейчас, подождите. И все это ради того, чтобы пушка не сработала. Да, наверное. Персон предупреждал, что, возможно, подойдет с планшета, поэтому... С днем пип! Тебя что-то пип! За меня болеют! Чтоб тебя... Всего тебе пип! И побольше пип! Что у тебя вчетвером? Чувак, я думаю, что когда ты будешь смотреть эту серию, ты очень удивишься, ну ладно. То я? Нет, Першин. Он... Давайте убьем чувака, который выиграл. Ну вы знаете, в кого я выстрелил, да? А, он явно у с планшета. У меня болельщик появился. Он определенно с планшета, пацаны. Ну, он обещал, что с планшета будет меничка. Чё сейчас этому удивляться? Не знаю. У меня болельщик! У меня фанаты! Куда мы? Ура! Стратосферу? Да. Они хотят поменять мой цилиндр об потолок. Вот в чем план. Так, ладно. Голосуем за чувака с рогами, который выиграл. Я сначала хотел его убить. Так, с рога. Опа. Ты знаешь свою цель. Я не хотел. Минуточку, кто замаскировался? Это погоди, я игру свернул. Это был он, Зио. На! Заслуженно. Ладно, нет, шутка. Адмирал сейчас не унес. Бедный адмирал. Почему? Это вся карма. Пришел чувак понаблюдать за игрой. Сразу зарезали первым.
динозавра, динозавр мой друг. Я понял, его нужно устранить. Нет, не убивайте моего личного динозаврика. Он мой это любимый. Йоши, ты хочешь сбросить его в пропасть при двойном прыжке, да? Нет! Имба. Не убивайте Йоши при двойном прыжке. Темнота, друг молодежи. О, ну нет. Все, Йоши пошел на мясо. Приятного аппетита. Так, ладно, за рога? За рога, ответишь. Фрума, отписай. Это такие шутки. Хорош. Почему я не начинаю дергать рукой после убийства? Ладно. Дедул меня выберет. Я хочу сразиться с французом. Это который... А ты сам... А, я думаю, ты ко мне идешь, что ты к французу. Оба. Минус француз. Фрум, ну ты это, напал на мою цель. Держаться на дистанции. Я понял, мы друг друга перерезаем, да? Дезерт, хочешь войну? Давай. Погнали. Персон, привет, чувак. Тоже наблюдаешь из темноты, как я тебя понимаю. Да ты чертила, реально. Лампочку разбил уже в другом измерении. Короче, баним его, откисай. Всех людей, которые... Кто мне нравится? Бан. Друзей меня словил уже, теперь ты. О, твоего чувака зовут Эндрю, если чё, твоего Йоши. Изи, я лимон сквизи. Я твой лимон сквизи. Чертила. Те еще убили, конечно, не, ну ты... Не, ну если ты... А, ну все, победил. Хотел сказать, если ты сейчас не победишь, ну, то есть это было бы прямо, вот, прям вообще... Я Рау написал в жизни. 15 бабла, ну что, неплохо, кстати. Вау, Кэт, GG! Чувак, реально твой болельщик, все. Да, у меня фанат! Wow, как его зовут? Эндрю. Осуждаю. Нет, тут есть цель получше, тут есть Уву. Так что, давайте. Бедни Уву! Если ты адмирал! Лайм 22, француз зовут Лайм 22. Не трогайте моего Йоши. А, осуждаю. Ребят, оформите мне дуэль с адмиралом, пожалуйста. Почему адмирал? Чем? Ну почему? Ну нет. У них есть лишние. Рогатого мочите, Рогатого. Нет, нет, куда? Вы кого мне дали? Вот этого? Да, да, да. Все, теперь вот эту из Нир Автомата. Чего, офигели, что ли? Потому что если она посидит еще пару раундов, меня укачает, я все тут заблю, не надо, убейте ее. Убейте ее, давай. Ты что, офигели, что ли? Дезерт, ты шифтлоком играешь? Я? Да. Хорош. Фига себе. Че вы мне играете без шифтлока? Стратегии, тактики. Ну все, минус оба. Почему? Да. Потому что. На времени не хватило, да? Потому что. Можно меня? Против француза. Жан-Пьер Польнера. Ну, спасибо, я попросил меня, конечно же, конечно, конечно. О. А чё он? Да никто тебя выбирать не будет. Смирись с этим. Пожалуйста. Ребят. Файт. Нет, мой ребят. Бедный Йоши, он не знает, на шесть. Что он подписывается. Шесть. Ребят, цель выполнена, адмирал ливнул. Блин. Не, ну ты и чёрт, Дезерт. Бедный смех, какой-то десантник. Бедный адмирал. Твой, а можно свет? Да, пожалуйста. Мой Йоша, мой слуга, если мы останемся один на один, он просто даст мне победу, честно. Не смей голосовать за кота. Или Йоша тебя убьет. Он откусит тебе голову. Не, меня выбирайте. Спасибо. Давайте 2-2. 2-2. Нет! Нет! Ладно, прости. Да ёб твою мать. Ты драман сись. Не двигайся. Нет, больше. Нет. Я все равно до него не добегу, мне проще его так убить. Ну, он его убил. Блин, надо тренироваться. Ёши!
Тан-тан-тан. Там чел ходит по столу. Читор? Гаси его. Режь его! Нет, за что? Не, ну ты, конечно, поступил как настоящий предатель. Вы должны были постоять это. Давайте бля, давить на него морально. Бля, что если бы ничего сделать в финале? Оба давайте на кота дарить, давить морально. Реально надо будет попробовать. А вот ты мог, но не стал. Да, ты скинул своего Ёшу в пропасть. Нет, нет. Да, ты предатель. Ты упредал, понимаешь? Я куплю себе нового. Понятно. Эх, уже эти мажоры, золотая молодежь. Я куплю себе это, я куплю себе то. Я куплю себе новое. Ездят у себя на Ламборгини по городу. На Ёше, золотом Ёше. Давайте детку возле меня убьём. Я видел, кто это. Это был этот чел. Я какой? Не буду голосовать за моего который, Ёши. Вот, Книжка. Я на него показываю. Который этот? Почему меня? Я хз, почему? Или книжка, или книжка, или наушник. Умно, ребята, молодцы. Так тигр. Не, ну вы они гении. Ладно, давайте признайтесь, кто это был. Бекон! Так, теперь явно книжка. Это явно бекон, чувак, я тебе говорю. Это он бекон. Дальше от тебя был, да? Хорошо, бекон. Бекон. Он слишком стандартный. Если не бекон, то книжку. Я же говорил. Да, ты молодец. Просто... А Дезерт обязательно было убивать. Перед этим меня было обязательно мочить. По-моему, тебя булят за то, что ты выкинул Першина. Он сам это сделал. Ты его вынудил, это вынуждение к самоубийству. Почему к само? Я кинул в него ножик. Потому что бесполезно. О, критикал раунд! Я выиграть должен. Не, ну все, тут по-любому. В смысле шутер достается to kill? Вы что, офигели? Убейте бекона, это бекон! Я видел, кто это сделал. Я тоже видел. Это критический раунд. Это бекон. Господи. Господи. Нас вырезают, ребят. Я жить хочу, черты. Я умер, 100%. Дайте мне пистолет, я выстрелю. Так. Минус бекон. Это я его воскресал. Все, я сдох. А мне можно пистолет, кстати? Теперь я. Нет, я. Да нет. Вы сейчас я стреляю или я откисаю? Ну что сейчас я? Красного стреляйте. Погодите, вы это тоже видите? Нет. Прум. Вы стрелите в красного. Вы видите бекона, который господи. Со мной танцует? Да. Где? Что? Чё? Кто убийца? Я жить хочу. Фух. Так убийцы же это по очереди. Вот чувак на танце столует. Я сдох. Нет. Я жив. Прекрасно. Так, если вам сейчас двоим дают, то вы побеждаете, скорее всего. Ну, один из вас. Ты так. Ты если у Слага сработает пистолет... Мне так, просто было проще меня... застрелить дальнюю, если... А, ну мне уже пофиг. Бей его! Просто если драться с ближней... Не, мне не дали пистолет, я сдох, да? Ой, ты сдох. Нет! Слаг, тебе повезло! Вали его! Бей его! А вот теперь я вижу бекона. Короче, его видно только, когда ты сдох. Он призрак. Ну чё ты в сторонку и пытаешься... Ну ладно, все равно победил. Крыса, фу, я тебя на да. обед съем. Я такой. Нет, это сделаю я. Ты его на обед первым... Блин, а я, оказывается, застрелил Барби. А почему я ничего еще пока что не сделал? Меня уже сожрать хотят. Я вроде не в Dying Light 2 играю. Я съем его на завтрак. Я что-то на секундочку а представил, как в Dying Light за тобой бежит зомби, но у него перечница и солонка в руках. Весело было бы. Ну обычно назад не смотрим, только вперед бежать приходится. Да, причем под я покажу тебе пейте. Давайте эту девушку, которая у вас. Не, ну на самом деле там, кроме охоты, опасности не особо. Есть вот эти чуваки, которые ваншотят. Да, они. Стоп, я же ударил! Все, гасите ее, она читер. Кого? О! Видишь, там Барби сдохла, погодите.
Там, видите, чуть... Его пора убивать. Да, я так и сделаю, наверное. Значит, Барби живая? Я сам не понял, она вроде отвалилась, как бы, но я отвалился, но она жила. Нет, ну вот она все отъехала. Ну я считаю, это ж меня нечестно убили, я ж раньше ее пырнул. П, пинг, да. Сайт. Йоши! Он меня убьет, да? Нет, не меня, прекрасно. Потому что я свой, не надо меня бить. Иди, кот, мне за Йоши! Хорош. Так, что ж, я уничтожаю, пытаюсь убить последнего нет своего. Молодцы. Оба! А что теперь? Сражайся! Один фиг, тебе придется сражаться со всеми. Не Опа! Придется, не придется ему сражаться со всеми. Фрунте так повезло сейчас. Я пытался разбить лампочку, но ты мне помог, спасибо. Ну блин, надо же было хоть одну победу сегодня. А, стоп, я критический раунд выиграл. А, круто. Критический был прошлый или этот, или... Я выиграл критический раунд. Круто, поздравляю. У-ху. А критический там типа в два раза больше бабла или чё? ХЗ. Критический. Это было критический. Критический уровень иммунитета. Дуэль Войт, кайф. Фойт. Это... Барби. Нету, чувак. Валите барбитурат. Но почему и меня? Парня, который, ты, у которого, ты заслужил. Который возле красного. У которого ZZZ. А, подожди, это ПВП было? Это чувака ZZZ. Да. Я он думал, говорит, мы коты плохие. Это... Кто сказал, что коты плохие? Убить этого чувак человека. Чувак возле розовой девушки с буквой ZZZ. А, он нас со двора просто перезашел. Напротив меня. Он сказал то, что котики плохие. В чате. Кто? Так он мог. Кто? Чувак передо мной. Он. Недопустимо. Недопустимо. Молодец. А теперь голосуем за розовую девушку. Две розовых девушки должны драться. Сейчас мы посмотрим, как они будут таскать девушки друг друга за волосы. Я так понимаю. Ну... Меня слили ради сюжета, если что. Хорош. Так, фроги. РП. РП. ФРП, ФРП. Я сейчас напишу. Прикинь, прикинь, я админа позову. ФРП. Так, чё мы тут? Не. Активно... Не. Так, минус быстро? Фроги. Почему чувак рядом со мной с сервисом и не с креветками? Наверное, ты своего брата узнал. Ну реально, он почему-то так сильно похож на креветку, вот только посмотрите. Это был световая гамма. Ну посмотри, как он сейчас сидит, он явно сидит как креветка. Хана позвоночнику. Про кого? Чувак, который... Бейте адмирала. Это он? Слаг. Нет, Йоши! Погодите, это адмирал? Пусть Йоши это адмирал? Умрет, чтобы я смог за него... Ну, там... Першин... Справа от вас. В чате Першин здесь. Слаг, бей адмирала. Ставьте меня против него, реально. Отправь Йоши убивать адмирала. Ай, блин. А хорош. Давай. Нормально. Молодец. Блин, дайте нам этого Йоши на сервак, пожалуйста, пусть он подпишется. Ну все, а с кем? Пофиг. Непонятно. С кем-то. Блин, у меня этот английский стоит. Ну-ну. Да что? Почему? Офигеть! Не-не-не-не-не, стой, в ничью. В ничью. Ладно, по крайней мере, 1-1, это честно.
Sorry. Позовите его к нам на сервак. Sorry, cat. Да, в самом деле, позови его к нам. Да, в самом деле, позови его к нам. Так он, ладно, пох. Ладно, ребят, тогда на этом будем заканчивать серию. По-моему, было довольно неплохо. Здрав будь. Спасибо, что были с нами. Всем удачи, добра, бобра. Всем молодушек. И всем покеда. Всем покеда.